Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня у нас интересная задача стоит. Нам нужно разобрать вот эту теплицу нашу. Простояла она порядка 4 лет. Мы ее сейчас разберем. Так скажем, покрупнее узлы оставим, перевезем на новое место и там соберем. Вот такая задача. Поехали! А вы не видели, тут стояла теплица, куда она делась? Нет, не видели. Мы видели. Все, мы ее разобрали. Она уже у кузова. Все аккуратно сложено, зафиксировано. Все, везем ее на новое место жительства. Тут недалеко. Теплицу привезли на новое место. Сейчас соберем ее. И по планам еще собрать у нас душ с тамбуром. Приступили мы к сборке летнего душа с тамбуром. Собираем его на боку, так удобнее. Сейчас будем обшивать его поликарбонатом и понесем на место установки. Там уже подготовлен деревянное основание из бруса. Как-то так. Практически обшили каркас поликарбонатом. Все это делаем на боку. Обязательно проставочки, чтобы ничего не повредить. Сейчас вот крепим парник. Потом перевернем опять. Опять перевернем. Установим уже бак. И докрутим парник. И вот такую конструкцию понесем ставить на брус. Вот нам так вот удобно собирать. Все, наверное, собирают по-разному, мы собираем вот так вот. Кончился у нас монтаж. Напоминаю, сегодня мы строили не теплицу, а душевую кабинку. Метр на два с парником. Дверь в торце. Дверь с крючком. Дверь с крючком. Бак на 150 литров с подогревом. Всякие ништячки. Крючочки. Мыльница. Еще крючочек. Полотенчик. Шторка. Бак с лейкой. Трапик. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 40 и 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 100 закреплен к земле якорями. Нету там. А сейчас послушаем отзыв довольного клиента. Что-то спрашивать будете или мне самой рассказать? Можете рассказать. Так, установили нам кабину метр на два душевую. Мы остались очень довольны работой специалистов компании «Уральская усадьба». Так, что-то еще нам надо, наверное, сказать. А вы откуда узнали о нашей компании? Мы уже устанавливали теплицу у вас. Мы тоже остались довольны. Теплица была 2,5-4 метра арочная. Вот мы сейчас устанавливаем уже душ. И еще в планах у нас очень много с вами поработать. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество. Да. Мы очень рады, что познакомились с вами. Спасибо. Спасибо вам за отзыв. Продолжаем. Покрытие у нас из поликарбоната 4 мм. 0,7 плотности. Цвет серебром. Парник тоже 4 миллиметра, прозрачный. Мы уже все приготовили. Все торцы у полика защищены торцевым профилем. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.